вообще выделен капот, насколько он длинный. Обратите внимание на корму машины, на высокую плечевую линию и на низкую линию крыши. Наконец-то за последние 20 лет E-класс купе базируется на собственной платформе именно класса E. Ведь предыдущие автомобили строились на классе C, хоть и имели название E-купе, CLK-купе и так далее. Наш премьера E-класс C238 кузов купе.